Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Chery Tiggo 8 Pro Max в белом цвете 2021 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, 186 лошадиных сил, КПП передний привод, автомобиль на литых дисках хорошей резине, имеется спойлер, рейлинги на крыше, ветровики, повторители в зеркалах, дополнительные пороги. Автомобиль с пробегом 54 тысячи километров, имеется также бесключевой доступ. По салону у нас кожаный салон, чистый, ухоженный, не прокуренный. Панорамная крыша с люком. Спорт эко-режимы, парктроники, камеры. Электророжник, кнопка старт-стоп. Климат-контроль, кондиционер. Мультимедиа, мультируль, круиз-контроль. Подогрев рулевого колеса. Подогрев передних сидений. Электропривод багажника, помощь спуска с горы, корректор фар. Электропривод передних сидений с памятью на 2 персоны. Электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 117, 125, 115, 110, 110, 109, 110, 110. 119, 99, 111. Актуальную цену наличия автомобиля вы можете узнать по ссылке в описании.